Красиво, удобно и элегантно. Два этажа золота и серебра, отдельная парковка для клиентов, максимальный комфорт при выборе ювелирных изделий, карты лояльности, акции и скидки. О каком известном бренде идет речь, узнаете в материале моих коллег. За первыми подвесками для дочери, комплектами на выпускной, за обручальными кольцами для молодоженов, браслетами для бабушек и мам. Теперь можно приехать сюда, на самую оживленную улицу Яракского, 67. Магазин ювелирного дома «Тремиата» полюбился дагестанцам за то, что именно здесь можно украсить безмятежную юность, цветущую молодость и уважаемую зрелость. Ювелирный дом «Тремиата» работает только с российскими производителями. Мы поддерживаем отечественных производителей и предлагаем широчайший ассортимент ювелирных украшений. Такого разнообразия мы достигли благодаря плодотворному и долголетнему сотрудничеству с ювелирными заводами, работающими в разных категориях товара. А в список наших производителей входят самые лучшие заводы, такие как Бронинский ювелир, Московский экспериментальный ювелирный завод, Екатеринбургский завод «Ринга», ювелирный завод «Эстет», «Красцветмет», часовой завод «Ника», бриллианты Костромы, «Аквамарин» и еще многие другие ведущие заводы. Их у нас более 40. Изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты, белое и желтое золото, утонченные браслеты и статусные часы. Подобрать гарнитуры для себя и в подарок помогут квалифицированные менеджеры. Здесь также можно оформить доставку, нанести инициалы на изделие или подарить новую жизнь любимым украшениям, потерявшим блеск. Рассрочка без переплат у Сбербанка и других банков. Доставка по Дагестану, России и странам СНГ. Подарочные сертификаты от 1000 рублей и выше. Полный спектр сервисного центра, лазерная гравировка, гарантийное обслуживание в течение месяца и безусловный возврат изделий в течение 3 дней. Индивидуальный заказ украшений. Получить консультацию сотрудников ювелирного дома «Тремиата» можно ежедневно без выходных с 10 утра до 7 вечера. В ближайшее время в честь переезда магазина стартует акция для покупателей. О дате начала и ее подробностях можно узнать на странице Instagram «Тремиата». Лариана Шамхалаева, Салман Гетехмаев, новости ННТ Махачкала.